отлил. Ткань. А. Узнаете? Да. А. Я знаю, многие из вас начищали сапоги до такого блеска, что можно было в них смотреться. Особенно Виктор Павлович Самородков. Помните? Наш птенец. Как он ходил в первой роте. В таких красивых, блестящих сапогах. Генеральского покроя. Ну, это у меня аглицкого покроя. Сапоги. Специально для того, чтобы быть наездником. Для такого спортивного лошадиного спорта. Да. Вот у многих из вас связана с такими сапогами большая часть жизни, если не сказать, что вся жизнь. Братья мои, ребята, кадеты, суворовцы, воспитоны, питоны и так далее, и так далее, и так далее. Я знаю, что сегодня не просто мой день рождения, 30 мая, но я помню, что каждое последнее воскресенье в мае, это, как правило, получалось на мой день рождения, мы все собирались на пятаке в Троице-Лыково и праздновали наш выпуск, вспоминали свою жизнь. И сегодня многие из вас тут собрались, обнимаетесь, разговариваете, вспоминаете, обсуждаете различные темы нынешней жизни, как вы живете. И, конечно, вспоминаете ушедших. Даже из моего класса, выпуска 80-го года, не все дожили до своего 40-летия выпуска. 2020 – это 40-летие выпуска. Я хочу налить чарку и начать с чарки. И помянуть всех братьев, не дошедших до сегодняшнего великого дня, нашего 40-летия, выпуска нашего класса. И, конечно, вспомните других старших выпускников, с которыми я в этом году разговаривал, но уже их нет. Да. Ну, минута не минута молчания, но, тем не менее, сохрани их, Господи, души, упокой, пусть земля им будет пухом, и чтобы все они встретились в Троице-Лыково на нашем пятаке вместе с нами сегодня. Простите за сентиментальность. Старый стал, нервы сдают. Это я не от того, что я слабый стал, но просто стал старый. Ну, как, мне еще пока что 58 сегодня, но тем не менее, не могу это контролировать. Обнимаю вас всех с праздником. Три раза ура! Я вас сегодня удивлю.
я сделал видео «Сон дневального». Записал свой рассказ, воспоминания. Вот вы все тут у меня. Весь наш класс. Все 24. А поступало 32. И из этих 24 уже многих нет. Паша Исмаилова, Андрея Мелехина, Гены Кузина, Саша Лысенко, ну и других. Не знаю, все ли сегодня собрались, потому что напасть объявлена глобальная, называется она коронавирус. Тем не менее, мы можем все-таки благодаря тому же цифровому миру общаться, вот как я сейчас. Я нахожусь в Британской Колумбии, в Канаде, на острове Ванкувер, который я называю остров Буян. Да, здесь очень хорошо, мне нравится Тихий океан. Я, Виталик, полюбил Тихий океан, когда был у тебя на базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Это было потрясающее место. Остров Русский. Да, правда, тебя я там не застал. Ты был где-то в полях, как говорится. Но, тем не менее, я думал о тебе, я вспоминал. Хотел тебя увидеть. Это был 88-й год, трансконтинентальный автопробег. Так что Тихий океан взял мое сердце, и я вот так уж оказалось, что оказался далеко от России, от нашей Родины. Многие из нас далеко, а некоторые еще и далече. Мы рассеяны по всему миру, но не расторгнуты. И доказательством тому является мой рассказ, который я вам сегодня прочитаю. Не обессудьте, это мое личное восприятие, мое осознание. Считайте, что это философское размышление. Я прошел в этом рассказе всякие исторические события, связанные непосредственно с Троицей Лыкова, с нашей землей, на которой мы выросли, ходили везде, играли на трубах, на флейтах, да, тренировались, первая любовь, все было в нашей жизни, первые бумеранги запускали, да, ребята, такова была наша жизнь, такова была наша юность. Это одно из лучших времен у всех. У моих детей сейчас тоже своя юность, свое детство. Оно ничем не хуже, чем то, что было у нас. Я постарался им дать свои знания, помочь им быть настоящими мужчинами, и я за них горд. Так что я думаю, и вы за своих сыновей и дочерей тоже горды. Занимайтесь с ними, любите их, поддерживайте отношения всегда. Ну что ж, давайте перейдем к рассказу. Thank you.
блаженна юность, где вплотную высок и красив, подступает к обрыву серебряный бор, ты увидишь сквозь строй вековых сосен златоглавую церковь, как белую птицу, и мальчишек кадет многоярусный хор, души ангелов вновь обретут здесь свой дом и свой двор, где сыграют им трубы зорницу. Дневальный. Это мальчик в суворовской форме, с красной повязкой на руке, на которой белыми буквами написано «Дневальный». Он охраняет знамя. В его обязанности входит дневная и ночная служба в помещении роты. В алфавитном порядке на каждого воспитанника приходила служба раз в месяц, но если ты был неугомонный, нарушал армейский порядок с точки зрения офицера, воспитателя или командира роты, то мог драть полы, унитазы, медные краны чаще одного раза в месяц вместо увольнений в Златоглавую Москву к достижениям красной цивилизации, музеям и театрам, выставкам, библиотекам и паркам отдыха. Внеочередник. Мирослав часто попадал в категорию неугомонных. Обычно виной тому были толстые книги, спрятанные в кителе под ремнем, опоздания в строй и пререкания в поисках правды и справедливости со старшим офицером. Но армия не терпит юношеской справедливости. Выполнение приказа начальника, каким бы он ни был, обсуждению не подлежит. Единоначалие. За годы семилетней учебы мальчик становился юношей и переходил в полумужское качество до первого выстрела на войне в Афганистане или иного сурового жизненного испытания, после которого юноши становятся мужчинами. Этот процесс становления можно сравнить с изготовлением булатного меча в кузнице. Без ковки, разогревания до бела, погружение в масла и холодные воды, а затем многократного исполнения тех же самых действий, булатную или дамасскую сталь никогда не выковать. Только 32 мальчика, отобранные со всего Советского Союза, из огромного числа желающих и мечтающих надеть алые погоны и лампасы, прошедшие медицинскую проверку, музыкальный и общеобразовательный экзамен в объеме 4 класса средней школы, проходили строгий конкурсный отбор. С этого момента ребенок переходил из своей семьи в военную орду на долгие годы. Первым сигналом расставания с детством была вихрастая шевелюра, выращенная на гражданке. В ленинской комнате столы сдвигались, а в ее центре, под пристальным прищуром черно-белого Владимира Ильича, на квадратной зеленой табуретке состригались механической машинкой девственные русые волосы. Наголо. Тебя обнуляли от папы и мамы ритуально. Начиналась другая жизнь в том же теле. Душа приобретала новые свойства. Нас подключали к другому эгрегору, в единую массу людей, связанных эмоционально и информационно. Красная Орда. Теперь Мирошка – суворовец. Отрастить 3 сантиметра под бобик разрешалось только при хороших оценках за учебу. Через 7 лет число воспитанников, как правило, сокращалось на 7-8 человек. Лишь стойкие и удачливые финишировали в длинном марафонском забеге под названием «Суворовская жизнь», чтобы тут же перешагнуть еще на 5 лет военные курсанты дирижерского факультета. Дальнейший успех или неудача в военно-оркестровой службе Красной Армии зависели от старших по званию начальников и «Господа Бога в душу, твою родину мать». Родная земля, родной дом, детство и юность, родители – воспитатели-наставники, учителя, друзья, начальники, государства, запахи и звуки, воспоминания настоящие. Все это составляет сложное и комплексное понятие Родина. Про нее можно говорить долго, спорить и драться. Служить Родине – частое клише, пронизывающее мужское отношение к этой самой Родине. Оно обоюдоострое или даже как дышло, куда повернул, туда и вышло. Родина – предмет гордости и унижения граждан или предмет политической и преступной спекуляции властителей государства. Русские мужчины видят в родине женское начало, поэтому часто транспонируют свое служение, отношение к женщинам и матерям как покровительство и защиту. Родина-мать в трудную минуту может тоже взять в руки меч. У родины нет определенного цвета. Она не красная
и не белое. Цвет есть только у власти. На каждом своем историческом этапе она просто другая. Родина нового облика. Этот облик определяют национальные элиты, влияющие на власть в государстве. На самом деле понятие «Родина» — это то, что мы носим в своем сердце. Ее нельзя предать или отнять. Она уходит вместе с нами, из нашей жизни, если мы ее не передали под защиту своим детям. Для воспитанников военно-музыкальной школы «Родина» сохраняется в образах села Троицы Лыкова под Москвой, в запахе кустов, под которыми писали, подпрыгивая, торопясь снять штаны, в звуках нашего голоса, красивого вибрато любимого музыкального инструмента, первого сладкого поцелуя любимой девушки и первого успеха при достижении цели, к которой мы стремились. Родина — это чувство. Она либо поселяется внутри нас, либо нет. И ты с этой родиной внутри путешествуешь к неминуемой старости по континентам планеты. Если по какой-либо причине ты не можешь вернуться в места своего детства и юношества, то начинаешь рисовать образы и создавать свою эксклюзивную родину вокруг себя, делиться ее с родными и духовно близкими людьми. Как мы это делаем сейчас с тобой, дорогой читатель? Если бы в наших сердцах было разное представление о родине, то мы бы не обсуждали этот вопрос. Мы хотим понять, услышать друг от друга, а как она звучит, наша Россия? Родина – это те ценности, которые передаются нам по наследству, от отца к сыну. Духовное – выше материального, общее – выше частного, справедливость – выше закона, служение – выше владения, власть – выше собственности. Родина – это наша история, временами оболганная и фальсифицированная. Народ создает историю, рождает через систему воспитания, образования внутри общества пассионарных героев и бесславных иждивенцев. Официальное учреждение школы состоялось 1 августа 1937 года по инициативе инспектора военных оркестров РККА Семена Александровича Чернецкого. В 300-летнюю историю поместья Троицы Лыкова Московская военно-музыкальная школа вписалась на постоянное проживание по решению Иосифа Виссарионовича Сталина в 1942 году. Школу переименовывали несколько раз. Вторая – Московская школа военно-музыкантских воспитанников Красной Армии. Московское Суворовское военно-музыкантское училище, Московская военно-музыкальная школа и, наконец, Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова в ее нынешнем названии. Кларнетист Валера окончил ВМШ в 1970 году, а затем военно-дежурский факультет в 1975. Валера и Мирошка с дистанцией в 10 лет учились у одного и того же педагога по фортепиано, Тамары Ивановны Соколовой. За эти 82 года характер комплектования и срок обучения также изменились. От воспитанников детских домов со сроком обучения 3 года до суворовцев с 4-летним сроком обучения. В 1956 году всех суворовцев СССР начали набирать на 7-летний цикл обучения, а с 1981 года на 4-летний сквозняк. Так постепенно утрачивались традиции красных суворовцев. Школа имеет боевое красное знамя за героическую защиту Москвы в 1941 году. 409 лет тому назад, в 1610 году, когда царь Василий Шуйский пожаловал в дворцовое село Троицкое князю Борису Михайловичу Лыкову-Оболенскому, никто и не мог предположить, сколько всего необычного и исторически значимого произойдет на этой земле. Дневалить возле тумбочки, охраняя пионерское красное знамя имени Семена Буденного, присвоенное первой роте,
было не только почетно, но и выгодно, особенно если ты любитель почитать книги и прогулять легально контрольную работу, которой не подготовился своевременно. В тишине, прислушиваясь к шорохам, шагам, приближающимся к дверям или цоканью подков командира роты Саморукова под дверным лестницам верхнего этажа, Мирошка мгновенно прятал книгу в тумбочку или накрывал толстым журналом дежурств, вытягивался в струну и замирал. С зачесом назад, открывающим большой лоб, подполковник всегда щеголял генеральским сукном своего мундира и зеркальными сапогами, плотно, по-гусарски облегающим голени. Он любил наводить страх на ребятню и французский шарм на их мам. «Мне нужны не вы, а ваша мама!» — грозно восклицал начальник в порыве гнева за бесконечные проделки воспитанников. Однако он был добрый солдафон и подходил своими порывами и шутками к возрастной категории своих подчиненных. Слово «птенец» закрепилось за ним на многие годы. Осматривая как бы вскользь внешний вид Дневального, Виктор Сергеевич, поскрипывая хромом на дубовом паркете, так же быстро удалялся, как и неожиданно появлялся. Его частые ночные хождения за кипятком в санчасть к дежурным медсестрам закрепили за ним славу Дон Жуана. Ничто не ускользало от пытливого взгляда птенцов. Старинные навесные часы отсчитывали время и переливались церковным звоном в полдень и полночь. Прапорщик Пашняк заводил их, приставляя стремянку к стене, особым ключом, спрятанным в коптерке, где хранилась парадно-выходная форма кадетов. Рост он был небольшого, метр с кепкой, но первоклашкам виделся огромным дядькой. Когда мы выросли, то оказалось, что этот с открытым русским красивым лицом убеленный сединой мужчина едва дотягивал до наших натренированных физзарядкой плеч. Старшие ребята рассказывали байки о том, что, дескать, старшина Василий Феофанович Киреев, разжалованный из капитанов, был фронтовым ординарцем маршала Георгия Константиновича Жукова. Он любил подшучивать над всеми, но с Пашняком у него была особая игра, как у Тома и Джерри. Однажды он выдернул стремянку из-под Федора Никифоровича. Тот повис на часах, изрыгая нецензурную брань, пока Дневальный не вернул стремянку на место. Фронтовики умели вбивать гвозди в стену. Что потом было у них в коптерке? Одному Союзмультфильму известно. Мы же слышали, как куски хозяйственного мыла, приготовленные для бани, летали трассирующими снарядами, громко ударяясь о стены, неминуемо оставляя коричневые следы. Но этим проказы не ограничивались. После отбоя внеочередник по туалетам Павлик Оскома по наущению Киреева прибил сапоги дяди Феди к пню и налил туда воды. А дело было зимой. Утром Пашняк кружил винтами вокруг злополучных сапог, слушая отовсюду советы пацанов, как их лучше отколоть от дерева. Сказать, что все давились от смеха, ничего не сказать. За регулярные фронтовые 100 грамм никто из начальства школы не ругал Киреева. Меткий язык мальчишек запечатлел его под прозвищем Кирюха. Владимир Даль писал, что прозвания родом ведутся, а прозвище народ дает. В дореволюционной России почти каждый крестьянин имел прозвище. Имена прозвища раскрывают богатство русского языка, наблюдательность и иногда язвительную зоркость людей. Еще со времен Древней Руси до христианизации, кроме мирских двух имен, человек носил много разных прозвищ с целью запутать злых духов, отогнать болезнь или подтвердить, сформировать характер его носителя. В наши дни прозвища чаще всего раздаются между подростками, а также в военной или криминальной среде. Суворовцы выросли из детдомовского прошлого. Любое закрытое, престижное заведение, пансион имеет одну главную общую черту. Это клетка для детей, лишенных родительской опеки и любви, со всеми ее последствиями. Пажеские, кадетские, суворовские корпуса, школы и училища прошлого и настоящего России ничем не отличаются от таких же школ для принцев и принцесс.
закрытых частных и публичных заведений Европы и США. Если правило Гарварда гласит, с кем обнимешься на первом курсе, с тем будешь сидеть потом в Сенате, то русские зарубежные кадеты из дореволюционной традиции передали современным суворовцам девиз: рассеяны, но не расторгнуты. Они так же, как и советские суворовцы, были детьми войны, лишенные детства и родителей. Кадетская перекличка. Красной нитью в таких школах проходит идея братства на всю жизнь. Хорошо или это плохо? Никто однозначно ответить не может. Скорее всего, ответ знают люди, ответственные за создание национальных элит. В школе почти все офицеры и учителя получали характерные прозвища, переходившие от одного выпуска к другому. Командир первой роты Виктор Сергеевич Самаруков был «Птенец». Второй ротой командовал Шульц. Интеллигентный, в блестящих очках на немецкий манер, всегда подтянутый Куницкий. В третьей роте был Лютый, Лебедев Евгений Георгиевич. А начальника школы, морского дирижера из Ленинграда, полковника Владимира Яковлевича Волкова, знавшего по именам всех учеников от первого до седьмого класса, звали феодалом или барином. Самый трудный возраст достался Петру Селиверстовичу Куницкому, отцу пацанов второй роты. Проблемы полового созревания, интеллектуального роста, желание что-нибудь сделать эдакое постоянно держало его в напряжении. Он старался направить бушующую энергию в нужное русло военно-оркестровой службы. Долгое время он командовал парадным расчетом школы и шел в первом ряду с тамбур-мажором по Красной площади, сдавая ритм тысячам военнослужащих. До сих пор удивляюсь, как среди нашей перманентной шкодливости отцы-офицеры находили каждому из нас подход и то доброе слово, становящееся иногда доминантно-мажорным на всю оставшуюся жизнь. Мы любили их по-своему, они нас тоже. Но спуску нам не давали. Дни валили, как правило, три воспитанника, по одному из каждого класса. 24 часа делились на каждого поровну. В то время как один стоял на посту, другие должны были наводить порядок в помещениях роты. Первую роту или двухэтажный кирпичный господский особняк занимали самые младшие воспитанники школы. Дом построил в 1852 году следующий после Нарышкиных и Разумовских владелец усадьбы, граф Николай Александрович Бутурлин. Здание расположено на высоком холме над Москвой-рекой, недалеко от лебединой песни Древней Руси, белокаменной Троицкой церкви. Этот стиль вошел в историю архитектуры как нарышкинская барокко. Профессором Топоровым сегодня установлено, что зодчим церкви был Яков Григорьевич Бухвостов. В советскую эпоху она была закрыта, время от времени обрастая реставрационными лесами, а также пустыми бутылками дешевого Кагура и Солнцедара. А вот из зимнего храма Успения Пресвятой Богородицы, выполненного в русско-византийском стиле, военно-оркестровое начальство сделало школьную столовую и небольшой зимний спортзал на втором этаже в трапезной и певческих хорах. В центре, на алтаре, была размещена кухня поварихи Бабы Грани. С сакральной высоты дневальные разносили на подносах в алюминиевых тарелках гречневую или овсяную кашу всегда голодным мальчишкам. Дежурство по кухне приносило навар товарищам дежурного в виде дополнительных персиков или яблок, увеличение размера пайки масла, нерафинированного сахара или вишневого повидла. Добавка шла в первую очередь друзьям. Особо страждущие могли подняться к амбразуре, из которой торчала голова в белом колпаке. Редко кому отказывали в половнике каши. Овсянку прозвали кирзухой за ее липучие свойства. Кадеты шутили, что грузинский чай заваривался в фельдеперсовых чулках старушки. По вечерам ее частенько замечали возвращающиеся в деревню с огромными баулами остатков от суворовской провизии. Троица Лыкова кормилась с военных складов школы. Местные донашивали ботинки, трусы и майки, овчинные шапки, шерстяные свитера и перчатки. Избранные
имели работу сапожников, реставраторов медных музыкальных инструментов, кочегаров. Над 24 гектарами царил дух древнейшей русской истории. Лыковы принадлежали к роду Оболенских. Прадед князя Иван Владимирович Оболенский носил прозвище Лыка. Так появились Лыковы. Супруга князя Анастасия Никитична принадлежала к роду Романовых. Она приходилась родственницей царицы Анастасии, первой жене царя Ивана Грозного, и была сестрой патриарха Филарета, отца первого русского царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Лыковы были одной из первых фамилий московской знати. С 1619 по 1642 Борис Михайлович Лыков управлял важнейшими государственными приказами – каменным, сибирским, приказом Казанского дворца, ямским и монастырским. Замечен в смутных временах Семибоярщины. С 1649 года боярское село стало дворцовым, наделило крестьян особым статусом свободы и достоинства, принадлежа исключительно царю и членам его фамилии. Поэтому село досталось Ивану Нарышкину, женившемуся на княжне Лыковой. В мае 1682 года во время стрелецкого бунта он после пыток принял смерть на Красной площади. Хованщина, Тараруй, или же Пустомеля, прозванный Романовыми, князь и государев стольник Иван Андреевич Хованский. Воевода новгородского полка, герой войн со Швецией и Речью Посполитой и автор первых гусарских рот в 1660 году. Иван Андреевич Хованский угодил в сети хитрости царевны Софьи из рода Милославских и активно поддержал против Нарышкиных бунт веренных ему московских стрельцов. Рейтары новгородского гусарского полка Хлынины, предки Мирослава Хлынина, остались в стороне от бунта против Нарышкиных. Кирилл Полиектович Нарышкин, отец царицы Натальи и деда Петра Великого, командовал этим полком, уступив место по указу царя Федора Алексеевича Михаилу Тимофеевичу Челищеву. Хованский же, создав полк нового строя, в итоге превратил стрельцов, считавшихся элитой, в обыкновенных городских полицейских, которым сотники часто удерживали жалования. Казна была пуста. Милославские рвались к власти. Иван Андреевич Хованский вместе с сыном Андреем был казнен Софьей, получившей регенский трон из его же рук. Сегодня понятно, что сведение противостояния разветвленных придворных кланов к конфликту Милославских и Нарышкиных является большим упрощением. Например,
недостаточно изучена роль старообрядцев. На Руси менялись знамена и их цвета. В 1690 году в Троицком поселились Нарышкины, братья царицы Натальи Кирилловны, которым, соответственно, Петр I приходился племянником. По преданию, молодой Петр I Алексеевич заложил камень в основании Троицкого храма в 1698 году. Вряд ли мог он представить, что спустя каких-то 280 лет на белой штукатурке храма высоко над входом Костя Тришин с Васькой Виноградовым напишут углем: «Здесь жили кадеты». Посмотрите на эту фотографию. После раздела недвижимости между братьями Нарышкиными в 1732 году Троице Лыково перешло к капитану Ивану Львовичу Нарышкину, а затем к его дочери Екатерине Ивановне. В результате ее брака с красавцем-казаком Кириллом Григорьевичем Розум в 1749 году имение перешло во владение семьи Разумовских. Тот самый генерал, фельдмаршал, граф Кирилл Григорьевич Разумовский, блистательный вельможа при дворе императрицы Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, президент Петербургской академии наук. При нем и его сыне Алексею Кирилловичу, увлеченному ботаникой, в усадьбе был заложен парк. Безбожник, вольтерьянец, мистик и масон с гордыней непомерной. Таковым был камер-юнкер Алеша. Гербарий он любил больше, чем своих сыновей, выросших с гувернерами. Во время Отечественной войны 1812 года французская кавалерия и мародеры разорили усадьбу. На старости лет действительный камергер переменил свое отношение к Богу и оставил наследство двум сумасшедшим сыновьям. В 1876 году свободные дворцовые крестьяне вместе с поместьем достались купцу и промышленнику, владельцу московских доходных домов и гостиниц, почетному гражданину Ивану Андреевичу Корзинкину. Что-то всегда мистическое кроется в деталях наименований. Главное – их вовремя увидеть. Символическим провидением можно назвать то, что родоначальник Корзинкиных Андрей Сидорович, 1755 год, 1822, происходил из экономических крестьян Борисоглебского уезда Ярославской губернии. А суворовец Мирошка Хлынин родился в Борисоглебске, но в Воронежской области. После Ивана Андреевича усадьбу унаследовал сын Сергей, тульский дворянин и владелец чайной компании. С его смертью все богатство отошло вдове Юлии Матвеевне, которая развернула большое строительство. В паре сотни метров от обрыва над Москва-рекой по проекту архитектора Ивана Павловича Ропета был построен деревянный дом-терем в старинном русском стиле, украшенный затейливой резьбой. Мирослав застал время, когда этот огромный, сказочный, бревенчатый дом превратили в штаб училища, окрашенный бурой казенной краской. На верхнем этаже в нем располагались кабинеты начальников, а великолепная библиотека, нетронутая советской цензурой, с полным собранием энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона, на нижнем. Библиотечной епархии Ольги Петровны Беликовой не было читальных стульев. Она была забита книгами до потолка. Мирошка любил забираться на лестницу в поисках очередного шедевра с ятями кириллицы и глаголицы. Ежегодные экзамены сдавались в музыкальном салоне на Черном, концертном рояле «Эстония», «Красный октябрь» Эрнста Хиса, подаренным Иосифу Виссарионовичу в 1950 году благодарными эстонцами. В зале были свои музыкальные акустические секреты, которыми владели ученики. Пройдя вправо мимо библиотеки по коридору от салона, можно было войти в оркестровую студию старшеклассников. За штабом ничего из прошлой жизни не осталось. А когда-то здесь были красивый сад, парк с затеями, рекой, прудами, островками, беседками, парковые скульптуры, конюшни, каретный сарай, овчарня, скотный двор, свинарник, птичник, кузница с мастерской и водокачкой, амбар с подвалом, зернохранилище, деревянная баня, каменная оранжерея с теплицей и биологическая станция. Хотя, быть может, некоторые здания были перепрофилированы по другому назначению. Учебные, музыкальные и школьные корпуса, в киноклуб, в два других замечательных своей архитектурой деревянных двухэтажных дома для проживания второй и третий род. Овчарню возле штаба переделали под кабинеты физики и химии, в которых регулярно проводились опыты.
Может, поэтому Саша Корепанов, вдохновленный точными науками, закончил после школы в Бауманском кафедру СМ-3 баллистики и аэродинамики? Интересно, а что он запускал в небо на футбольном поле в октябре 64-го? Наш Королёв. Другую часть поместья унаследовали для своих госдач члены Политбюро, одну из которых, ближнюю, к школе, получил автор архипелага ГУЛАГ Александр Солженицын, вернувшийся 27 мая 1994 года из американского сидения в штате Вермонт на родину. В бывшей конюшне вместо орловских и донских рысаков подковами горцевали на танцевальных вечерах питоны, старшеклассники. Шизгара! В зале не было свободного места от элитных красавиц из пионерлагеря «Артек» и «Чайка», приглашенных суворовцами. Венеры спускались к кадетку с горы Аюдак. Паломничество Наташек, Нарышкиных, Попович, Красиных, потенциальные вечера были связаны с потрясающим, один в один, исполнением Женькой Лымарем и Ко молодежных хитов групп «Shock and Blue», «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Slade», «Юрай Хип», «July Morning, ла-ла-ла», тянуло магнитом вибрирующие тела друг к другу. Маленький Мирошка носился между парами, передавая влюбленные записки Колькам и Анжеликам, взамен получая конфеты и диковинные жвачки «Тутти Фрути», «Бруклин», «Холливуд». Гитарами, синтезаторами и крутыми колонками «Маршал» частенько делились Анастас Микоян, известный как Стас Намин, тоже филевский суворовец, и наш лыковский Сережа Политиков, руководивший образцом оркестром комендатуры Московского Кремля. Тогда они были, наверное, единственными укомплектованными в СССР подобной качественной аппаратурой. Многие мальчишки сами мастерили на коленках. Чтобы добиться фирменного звучания, любители рока и попсы иногда опускались уж совсем тяжкие дела. Во время репетиции ансамбля перегорел транзистор. И нужны были еще какие-то детали радиотехники для очередного музыкального бала. А взять в те времена-то было неоткуда. Лымарь и Должиков решили найти недостающие детали в хранящемся под замком в кабинете музыкальной литературы катушечном стереомагнитофоне Яуза. Когда на следующее утро Лариса Яковлевна Вайнштейн попыталась включить магнитофон, а потом виниловый проигрыватель, пустые коробки тупо молчали и никак не хотели воспроизводить арии Руслана и Людмилы. Что тут началось? Старшина Киреев поступил благородно, когда обнаружил в лыжной комнате подписанные чемоданы архаровцев, набитые запчастями. Василий Феофанович по-фронтовому обматерил и закопал где-то за забором школы лишние радиодетали. От греха подальше. Ее оружием были кристальные глаза, делающие каждого мужчину мужчиной. Как смоль она была черна, получив то, чего не было ни у кого. Она добилась своего, да, детка, она добилась своего. Ну, а я, твоя Венера, я твой огонь желаний. Нежно неслось из колонок. Мальчики обнимали девушек. Все выше и выше тянулись нежные руки к крепким плечам юноши. Все ниже и ниже опускались к вздрагивающим бедрам девушек горячие ладони. Никто не пострадал. Купили новый магнитофон с проигрывателем. Новогодний вечер удался. Шизгара! Name.
русское купечество, вышедшее из народа, стеснялось своего богатства, основанного на доверии общинных денег. Они старались поддерживать слабых и неимущих крестьян. Благотворительство и меценатство стало естественной и почетной чертой трех гильдий купцов. В 1876 году при Успенской церкви Троицы Лыкова была открыта богадельня, а в 1891 году лечебница для бедных, школа, сиротский приют, детская больница. В 1899 году заботы об усадьбе взял на себя сын Юлии Матвеевны, Сергей Сергеевич Корзинкин. Он дружил со многими знаменитыми людьми. В поместье, помимо гостей и странников, бывали братья Васнецовы, Третьяковы, Гнесины и семья Шаляпиных. В 1915 году, перед своей смертью, Юлия Матвеевна Корзинкина завещала усадьбу Свято-Троицкой общине. Так появился в 1917 году Свято-Троицкий женский монастырь. На свою беду Корзинкины, как и многие предприниматели того времени, благоволили революционерам в надежде на смену режима самодержавия хотя бы на конституционную монархию. Сергей Сергеевич был знаком даже с Лениным. Он оказывал финансовую помощь РСДРП. Революция расставила все по новым местам. Усадьбу национализировали, некоторых купцов первой гильдии «Родина» выселила в эмиграцию. В марте 1922 года в Троице-Лыкове на протяжении целого месяца отдыхал Владимир Ильич Ульянов. ГПУ при НКВД СССР сочло, что пребывание вождя революции в Горках было опасным, и Троицкое рассматривалось в качестве одного из вариантов резиденции Ленина. По словам Надежды Константиновны Крупской, во время прогулок они много разговаривали на антирелигиозные темы, и именно здесь Владимир Ильич написал статью о значении воинствующего материализма. Богу не было угодно сохранить деревянный дом, где жил Ленин. В 1929 году на Масленицу он сгорел. Женский монастырь, превращенный большевиками в коммуну, в тот же год прекратил свое существование. Пожар случился по банальной причине. В один из дней произошла большая драка местных лыковцев, недовольных осквернением храма, с жителями Туркменистана, превративших по решению ГПУ здание усадьбы в рабфак и туркменский дом отдыха. Не смотрите вы так, сквозь прищуренных глаз, джентльмены, бароны и леди. В 1942 году Иосиф Сталин, Джугашвили, передал усадьбу Суворовскому музыкальному училищу к огромному удовольствию местных жителей Троицы-Лыкова и Строгино. На 37 лет
тысячелетний серебряный бор был озвучен медью духовых инструментов и барабанным боем. Плавно текущая здесь Москва-река в круговую омывает высокий берег, с которого кроме звуков скатывались футбольные и волейбольные мячи, зашпандоренные лихой, азартной, стриженные налысо детворой в широких семейных синих трусах большевичка и вьетнамских кедах. Время от времени вспыхивали битвы воспитанников с сельскими мальчишками Троицкого. Возрастное созревание никому не давало покоя. Причины драк были самыми разными. Бились самозабвенно, жестоко, доводя начальников школы до прединфарктного состояния и объявления на школьной территории комендантского часа. Иногда из-за поведения веренных им воспитанников у офицеров летели погоны, понижали в должности. Гарнист трубил отбой в 10 часов вечера и подъем в 7 утра. Дневальный выключал в спальне свет. Все должны были спать, но разве такое мыслимо для заряженных энергией свежего воздуха 12-летних и 17-летних спартанцев? Начиналась ночная жизнь. Младшие воспитоны травили истории, завернувшись в конверты из белых простыней и шерстяных одеял, предварительно аккуратно сложив форму на табуретках у кровати. От черных ботинок, прозванных говнодавами, в комнате пахло гуталином и сырой кожей. Кстати, это были теплые и удобные ботинки для скольжения зимой во враг за первой ротой и прочные для пинания тающих ледяных снеговиков весной. Фантазеры. Как только истории перерастали в горластый гвалт, включался свет, и из пола вырастали прапорщик Полянский или Шмыров, чтобы огласить список бузатеров, отправляющихся после отбоя на уборку туалета. Это было самое неприятное наказание, длившееся до полного блеска медных кранов и унитазов. Старшие ребята из второй и третьей роты, заранее сделав манекена на своих кроватях, лазали через открытые окна в самоволку. Первая любовь. Свидания назначались в дальнем углу усадьбы, на полянке, прозванной Пятаком. Там парочки сидели, обнявшись возле костра, курили, иногда даже выпивали портвейн «Три семерки», загодя купленные в деревенском магазине и припрятанные в кустах. Кто попадался на таком нарушении распорядка дня, мог расстаться с алыми погонами суворовца и отбыть с места учебы на свою маленькую родину, в какой-нибудь Архангельск или Бердянск. Знамо дело, рисковали многие. Тестостерон зашкаливал, и никакой бром, подсыпанный в компот медсестрой Ниной Константиной Квитко, не удерживал от страстного желания кого-нибудь полюбить до гроба. Вторая рота приходилась на самый отчаянный возраст – 15 лет. И неудивительно, что самые сумасбродные поступки приходили в голову любителям приключений Андрюхе Сухову и обладателю абсолютного слуха Илье Циммерману, способному услышать в скрипе двери тот или иной звук нотного стана – ми-бемоль или фа-диез. После бани – на спор. За три компота. Эти два молодца – эпатировали деревенских девственниц, прогуливаясь голышом и распевая «Чижик-пыжик, ты был». Как сюда попал дух императорского училища правоведения с Фонтанки из Петербурга? Удивительно. Из песни слов не выкинешь. Свидетельствую, этот дух ангельский переселился жить в Серебряный Бор из всех пажеских и кадетских корпусов дореволюционного прошлого. Он витал над воспитанниками, одних поражая в сердце, а иных в задницу. В конце концов, заканчивались все похождения, и наступал сладкий сон в спальне. Дневальный оставался наедине с ночью и серой мышкой, грызущей хлебную корочку под батареей в коридоре. За закрытой дверью гулял по двору октябрьский студеный ветер. Он раскачивал ветви исполинского дуба, выросшего перед центральным входом, забирался на колокольню Троицкой церкви,
сдувая дремавшую на высоком резном девятиярусном иконостасе столетнюю пыль. Вместо бронзового колокола наверху висела железнодорожная шпала. Стребок умудрялся ее раскачивать, и тогда сверху доносился приглушенный звук большого камертона в тональности «У». Заунывно пугало слух Мирошки. А роман «Ричард и львиное сердце» про династию Плантагенетов искажал не только историю прошлого, но и реальность октябрьской ночи настоящего, наводя дрожь. Страшно. В конце темного коридора тускло мерцал желтым светом спуск в полуподвальное помещение, где располагались умывальня и туалет. И все же на помощь в 2 часа ночи приходили шаги воспитателя майора Ивана Михайловича Коробка, прозванного посылкой за свою прямолинейность и солдатскую затейливость. Он выходил из каморки под лестницей, ведущей на 2-й этаж здания, оборудованной специально для ночных дежурств офицеров. Великодушный посылка досрочно отпускал клюющего носом Мирослава спать. И если есть забор, то в нем всегда есть дыра. Пытаться удержать пацанов в клетке можно, но ненадолго. Кадетские горбыли кочевали в блокнот учительницы русского языка и литературы Галины Степановны Малиной. «Рустоп! Эй, вы! Оба трое ко мне!» — хриплым голосом взревел патрульный. 2 черные шинели застыли в проеме, одной ногой на свободе. «А у нас это есть!» придумал на ходу Женька Чайкин. «А кто вам дал эту вещь?» продолжил офицер. «Коробка!» мгновенно парировали уже из-за ограды. В диалоге речь шла об увольнительной записке. Из офицера-воспитателя Иван Коробка дослужился до звания подполковника и в 1978 году стал командиром повзрослевшей 3-й роты. У которой стояла трудная задача выбора своей дальнейшей судьбы. 6-классники и 7-классники покровительствовали, наставничали младшим первоклашкам. У них были даже свои любимцы. Птенцы тянулись к авторитетам. 2-я же рота после обгона справа колонны малышей могла оставить торчащие из сугроба ноги Генки Кузина или Сереги Грачева. При всех «за» и «против» мальчишки любили Коробка. О, это сладкое слово «сон». Руки обнимают холодную подушку. Тело выстраивается в позе крокодила на скрипучей панцирной сеткой кровати. Глубокий вздох и... подъем! Ночь пролетела в одно мгновение. Как же не хочется вылезать с голым торсом утром на физзарядку из нагретой и запуканной квашеной капустой кровати. И все же некоторым так удается свернуться калачиком в постели, что дежурный офицер не замечает под кучкой откинутого одеяла прогульщика. Есть еще 30 минут поспать. По утрам 1-я, 2-я и 3-я роты встречаются на плацу возле штаба, чтобы сделать комплекс упражнений номер 16. Физрук, капитан Ловских, он же Лось, бодро подпрыгивает и приседает, отжимается и наклоняется. От него и колонны разгоряченных молодых тел суворовцев к утреннему небу исходит пар. Если младшие воспитанники умудрялись слиться с кроватью, то старшим было позволительно пропускать зарядку, только когда они 6 утра, еще до подъема, раздуваются в лесу на своих инструментах. Это называлось «тянуть длинные звуки». Таких героев было немного, но они появлялись каждый год в старшем классе, потому что решались уйти в жизнь, чтобы в будущем занять места солистов в духовой секции симфонических оркестров или в яме Большого театра. Поэтому часто по утрам можно было слышать эхо звуков Валторны, Аркаши Шелклопера или Вити Бушуева,
арпеджио на фагозе будущего главного дирижера симфонического оркестра Российского гостелерадио Сергея Политикова или Юры Рудометкина, впоследствии ставшего концертмейстером группы фаготов Большого театра, флейтистов, солистов, регуляторов Большого театра Поплавского и Хазиева, трубача Саши Сладковского, ныне главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и многих-многих других будущих мировых музыкальных знаменитостей. После зарядки почти не оставалось времени, чтобы заправить кровать, привести свой внешний вид в порядок, подшить чистый выглаженный подворотничок на черный китель, начистить бляху и отполировать ботинки. Утренний осмотр. Прапорщик приступа, переведенный из ВДВ служить в школу, длинный, как колодезный журавль, отпускал налево и направо неряшливым своровцам по желанию вместо наряда вне очереди летчика. Если плохо начистил бляху на ремне, не пришил оторванную пуговицу или не выгладил брюки, провинившийся становился в позу прыгающего с самолета десантника и, расставив широко руки, как птица, подпрыгивал вверх после легкого удара по заднице. Все весело смеялись. Взвейте, соколы, орлами, полно горе горевать. В стройном многоголосии, в колонну по четыре, каждый класс со своей строевой песней дружно шел на завтрак в храм Успения Пресвятой Богородицы. После завтрака и получасовой музыкальной подготовки в 9 часов утра начинались занятия в бревенчатых корпусах школы, разбросанных по всей территории усадьбы. Школьные учителя были гражданскими, мужчины и женщины, преподаватели специальных музыкальных предметов и обычных общеобразовательных дисциплин были выдающимися профессионалами своего дела, любящими детей и то, что они преподавали. По прошествии многих лет Мирослав имел возможность неоднократно убедиться в уровне своей подготовки не только на флейте и фортепиано, но и по математике, физике, по русскому и немецким языкам. Класс формировался как духовой оркестр, у каждого мальчика был свой музыкальный инструмент и индивидуальный преподаватель с высшим консерваторским образованием. Практически все они имели опыт работы в лучших оркестрах страны. Когда суворовцы собирались в оркестр к майору Александру Васильевичу Полякову на последних годах учебы, то их артистическое мастерство позволяло играть не только марши, но и очень серьезные произведения Моцарта и Бетховена, Рахманинова или Чайковского, Глинки или Бородина. Оркестры школы были всегда желанными участниками государственных торжественных концертов в Кремле, в колонном зале Дома Союзов или на сцене Большого зала консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Ни с чем невозможно было сравнить восторг Мирошки, который он впервые испытал во время слаженной игры оркестра. Его звучание было высшей формой музыкальной палитры в сравнении с сольной игрой. Эти занятия были самыми любимыми классами. Хотелось играть, 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 наслаждаясь гармонией, исходящей из медных труб и бонитовых кларнетов и флейт. Духовые инструменты были продолжением юного голоса суворовцев. Оркестр пел в экстазе. Классический академизм прорастал своими музыкальными плодами в душах мальчиков, часто вступая в противоречие с военной казенщиной. Младшие классы до ломки голоса своим хоровым бельканто удивляли знатоков оперы и любителей революционных песен братьев Покрас. Высокий уровень подготовки поддерживается и сегодня. Воспитанникам прививали желание учиться узнавать новое, стремление иметь свое мнение, любовь к книгам, чувство ответственности за свои поступки. Замечательные были у нас женщины, преподаватели. Занятия в классах по фортепиано оставляли чувство, что скоро начну играть, как Святослав Рихтер. Постановка руки, правильно сидеть. Такие важные элементы, как и правильное дыхание при игре на духовом инструменте. Мирошка Рихтером не стал. Но Андрей Кухаренко и Саша Кабаченко, тромбонист Олег Анохин, Игорь Мерный, Юра Яготинцев, да и все тот же перфекционист Циммерман умудрялись брать сложнейшие рахманинские аккорды,
немыслимые для ширины юношеской ладони и источали фортепианную гармонию так, что мы частенько останавливались послушать под дверью. Сердце замирало и вибрировало. Молодостью и необычайно женской красотой отличалась Наталья Виардо, жена известного пианиста Владимира Виардо. Ее наглядные уроки географии волновали мальчишек. Когда она неосторожно приближалась к отчаянному влюбленному, последний ронял карандаш или линейку под парту. Духи «Мажи Нуар». 16 тактов паузы. Как-то она принесла австралийские сувениры. Чучело мохнатого коалу и бумеранг. Последний в результате немеренной силы и желания проверить аборигенов на достоверность полетов, а главное возвращение бумеранга назад, летая вдоль футбольного поля над вершинами сосен, не дожил до конца урока. А в это время два друга, Олег Джанаев и Лиер Уркитис, на глазах изумленной учительницы невозмутимо грызли латышский деликатес. Песочное печенье с черным перцем, который принес дежурный по столовой Женька Лемесов. Никто не хотел пропустить такой урок географии и убедиться, что бумеранг все-таки летает. Он летал хорошо, но для него это был последний полет в вечность после удара о фонарный столб. Расхреначили в дребезги. Бумеранг не вернулся. Это были прекрасные уроки. Мы смотрели фильмы, снятые ее мужем в Америке и Австралии, читали великолепные книги Джеральда Даррелла, изредка учили, отвечали что-то по учебнику, получали отличные оценки. Уроки математики по учебнику Ларичева с Галиной Петровной Беликовой и по химии, ботанике и анатомии с Розой Григорьевной Бушковой, носившей на голове зимой и летом арбузного покроя вязаную шапочку, были не менее познавательны и забавны. РГБ. Так звали промеж себя кадеты Бушкову. Она возбуждала неокрепшее эмоциональное воображение на последнем уроке по анатомии человека. Разрешала писать записки с любыми откровенными вопросами о физическом устройстве мальчиков и девочек и смело отвечала на них. Нас уже интересовали не пестики и тычинки. Главный совет, который мы получили на всю жизнь. Мальчики, если вы целуете курящую девушку, то вы облизываете пепельницу. А мальчикам было по барабану. Курящие, не курящие. Мы еще ни тех, ни других толком-то не целовали. Октябрь 2019 года. Город Виктория, Британской Колумбии. Мирослав проснулся, взволнованно дыша. Его давно мучают кошмарные сны. Нет, это не разрушенные кабулы, маджахеды, отрезающие голову 9-й роты. Это не пылающие БТРы, бензовозы, кувыркающиеся вниз в ущелье, словно игрушки. Настоящим кошмаром является сон из кадетского детства. Невыученный урок по сольфеджио или гармонии, подготовка к экзамену по дирижированию или по немецкому языку. Этот сон приходит часто, как оказалось, не только к нему, но и к Шурави, Савченко Валере, Андрею Сухову, Саше Халилову и Игорю Михаленко, норвежскому органисту Сергею Шейну, кларнетистам шведу Валерке Белозерову и американцу Женьке Калкевичу, солисту ансамбля «Поющие сердца» Володьке Куклину и композитору Глебу Маю, дубисту в законе Сане Должикову и певцу, поэту Володьке Гунбину. Всем кадетам, давно уже разменявшим шестой десяток, приходит один и тот же сон из детства – экзамен. Его надо сдюжить, а потом перекур, радость свободы. Мы должны сдать этот экзамен в последнюю минуту. Сила воли,
мы его сдаем бесконечно много раз всю свою жизнь. Влажная от пота простыня прилипла к спине. Мирослав выпил стакан холодной воды. Он решил дописать составленное перед сном поздравление для Бориса. «Ты родился в октябре, а я в мае, но у меня фамилия Хлынин, а у тебя Май. Как же я люблю этот месяц в России. Весна уже в полном расцвете, заканчиваются нелегкие школьные дни, и скоро наступит лето с его звонким смехом босоногой детворы, плескающейся в реках, озерах и морях, рвущие пестики и тычинки для домашних гербариев, вяжущие цветные венки и дарящие букеты роз любимым. Все это было, все это есть. И все это будет всегда, как солнце. Борис, представляешь, тебе еще только 70, а мне уже 57. 7-7. И открывается скала, в которой заключены богатства сказочного мира, собранным каждым из нас в своей жизни. Такой разный и такой, как ни странно, похожий. Мы учились в одной МШ, в Троице Лыкова, в Серебряном Бору. Каждое утро, 7 лет подряд, в 7 часов утра, нас будила одна и та же команда «Подъем». Нас учили любить музыку и армию одновременно одни и те же учителя и офицеры. А когда мы в нашем сосновом и кленовом лесу тянули длинные звуки, у нас были одни и те же слушатели. Рыжие белки и горластые вороны. Как ты думаешь? Они что-нибудь понимают в Вивальде или Чернецком? После того, как ты со своим братом Глебом окончил кадетку и ушел в жизнь, мы по ночам после команды «Отбой» пересказывали легенды, доставшиеся нам от старших питонов, о твоих с братом похождениях где-то в заоблачных далях семьи Леонида Ильича Брежнева. Ты этого не знал? А вот я тебе спустя 40 лет свидетельствую. Помнишь гвардейскую таманскую дивизию, в которой и я также служил? Там наши дорожки разошлись. Ты топтал тернистый творческий путь театра и музыки, а я – юриспруденции и журналистики. Что из этого получилось? Стерлись ли наши каблуки и кирзовых сапог, и сколько мозолей, шишек получено за долгие годы странствия по закоулкам планеты? Думаю, никто из нас не считал, да и зачем? Главное – результат. Я гляжу на фотопортрет, где ты лысый, как бильярдный шар, серьезный, мудрый, и думаю, что в чьей-то памяти ты все еще вихрастый гарнист-суворовец в пионерском лагере «Артек», а для кого-то мэтр. А для меня ты – старший брат-кадет, с которым рассеяла нас судьба на разные континенты, но не расторгла. Мы все приходим друг к другу в живых снах и с невыученными уроками по сольфеджио или гармонии. Думаем, как сыграть фугу Баха или полет шмеля, выдающегося гармонизатора морского кадета Римского-Корского. Браво маршируем по Красной площади в день Великого Октября под восторженными взорами всей страны. Мы прожили уже более полувека, но по-прежнему мальчишки-суворовцы, готовые встать в строй по первому зову трубы за правду и справедливость, за музыку в безнадежном обществе перемен. Мы храним нашу родину в сердце и служим только ей. Здоровья, брат, творческих успехов. Собирай свой сказочный мир. 3 раза ура! За окном просыпался город, 5 часов утра. Бурчание автомобилей, укомплектованных одиноким офисным планктоном, спешащим на работу в никогда не засыпающие окна билдингов даунтауна. Большая кружка дымящегося кофе в руке, наушник сотового телефона в ухе, лаптоп через плечо, зауженный юнисекс-костюм, красные или цвета радуги носки, зияющие из-под коротких штанин, кожаные желтые остроносые ботинки а-ля Бастон. Таков прикид молодого джентльмена 21 века. 6 октября. Надо отправить поздравление Борису в Сыктывкар, пока он спит. Сегодня в цифровом мире это сделать очень легко. Клик, и все. Послание через пару секунд в другом конце земли.
Мирошке не надо спешить на работу. Можно, как в детстве, свернуться калачиком, обнять подушку и раздавить томные утренние минуты, погрузившись в какое-нибудь воспоминание. Например, в парадную подготовку от ходынки к мавзолею. Нас привезли на огромных Уралах, крытых зеленым брезентом. Мы почти сосульки. Холодно. Ноги отстукивают дробь. Согревают только анекдоты и книга за запазухой, уводящая от солдатской прозы жизни в историческую даль. «Это поле та самая ходынка, да?» — спросил Мирослав у воспитателя Владимира Тимофеевича Ларичева, который сидел с кадетами в кузове. «Да», — ответил майор. 140 сантиметров. Каре барабанщиков начинается с правофлангового. В разные годы ими были самые маленькие суворовцы, преодолевшие ватерлинию в 1400 миллиметров. Валер Халилов, Юр Пуховкин, Игорь Михеев, Володя Просин и многие другие боролись печатным шагом и отмахом руки за право, чтобы на них равнялась вся барабанная рать. Начальник парадного расчета или случаи могли в любой момент отправить правофланговые запасные. В каждом ряду строя были всегда запасные. Эти запасные бемоли и диезы ждали с трепетной надеждой момента, чтобы их включили в основную партитуру военного марша у Спасской башни Московского Кремля. Начальник школы Волков надолго запомнился своей шуткой и Мирошке. Как-то во время репетиции он остановился возле маленького суворовца и спросил: «Так сколько, говоришь, тебе сантиметров?» «Ровно 140, товарищ полковник!» Его короткая шея вытянулась мгновенно в лебединую, а каблук оторвался от земли на цыпочках. Владимир Яковлевич рассмеялся и похлопал по плечу малого барабанщика. «Ой, врешь! Смотри, не подведи, сынок!» «Служу Советскому Союзу!» — гаркнул домажорно во второй октаве Хлынин. Из-за роста он боялся оказаться в запасных. Никак не забыть морозные октябрьско-ноябрьские тренировки парадных расчетов на бетонном взлетном поле с его пронизывающим до нижнего белья ледяным ветром и примерзающими розовыми пятками кожаной подошвы ботинок. 7 ветров. Горячий чай и печенье с маслом не согревали озябшее худое тело. Барабанные палочки выпадали из деревенеющих пальцев. После каждого прохождения войск московского гарнизона краснорожие генералы собирались в специальном шалаше, пили белый аист и жрали сервелат, красиво разложенный на покрытых белой скатертью столах. Они обсуждали равнение направо и делали втыки своим майорам и полковникам, а те, в свою очередь, нам, воспитанников оркестров, суворовцам, солдатам и курсантам военных училищ. Самые теплые автобусы были у летчиков Академии Жуковского. Туда воспитонов пускали погреться, и там давали дополнительное печенье. Кто-то из офицеров даже делился домашним бутербродом. Болели? Нет. Пропустить участие в параде считалось позором. Так нас Родина готовила к ежегодному празднованию Победы Великого Октября. И таких годов в моей жизни было 7. И вот, 7 ноября наступало главное событие. Военный парад на Красной площади. «Равнение направо! По батальонно! На одного линейного дистанция! Первый батальон прямо, остальные направо!» Музыкальные суворовцы начинали движение войск с барабанным боем и свистом флейт пикколо в темпе 120 шагов в минуту. А впереди нас, на серебряном лимузине ЗИЛ, приятно и тихо попукивая сизым паром из выхлопной трубы, ехал стоя, держась за ручку, длинный серым лицом дважды герой СССР маршал Андрей Антонович Гречко. С его назначением министром обороны СССР в 1967 году начался призыв на срочную службу лиц с уголовным прошлым. И в армии расцвела пышным цветом дедовщина.
1976 году после лафета и стрельбы вверх гречка сменил розовощекий любитель русской бани и ухи на водке. Трижды герой – маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. На зиккурате мавзолея Ленина стоял пятикратный герой Советского Союза Леонид Ильич и его свита в каких-то серых одеждах, нахлобученных до ушей шляпах и пыжиковых шапках. Они нам снизу казались небожителями, и перехватывало дух, когда твои глаза встречались с глазами вождя всех народов. Номенклатурные дедушки политбюро ЦК КПСС приветливо улыбались своему народу. Но самым замечательным праздником для нас, мальчишек, были осенние каникулы. В суворовской форме, черного цвета, в штанах с красными лампасами, опоясанные белым ремнем, с аксельбантом и в белых перчатках, мы мчались в аэропорты и на железнодорожные вокзалы, чтобы прилететь в свои Урюпинский, Бердянский или Новосибирский к праздничному столу наших родителей, собравшихся вокруг голубого экрана телевизора вместе с соседями, разглядывая своего Мирошку, марширующего в первом ряду в сердце Советского Союза, в Москве. Нас ждали, нас любили. Этот букет чувств отогревал замерзшие в мужской орде юношеские сердца. Мы были горды за свое отечество. Из гордости может родиться гордыня. Она тоже родом из детства. В своих мемуарах «Мечты кадетские», «Стихи и песни, драма» калининский суворовец Володя Кошелев вспоминает. «Кадеточка, кадетские мечты, я водку пью, я так тебя люблю. Мечты кадетские, жизнь собачья, нравы светские. Да, с моськами разборы были, но коли свара, не дрожи, тверские завсегда при силе, здесь не придворные пажи, скорее больше по привычке, имели место стычки, все без последствий роковых и столкновений групповых. Но после не было вопросов. Дружили, бросив мордобой, полуспортивный и не злой, ну, против этих нахимосов. Притом никто не гнал за шеи МВМШ карандашей. Володя поясняет, что моськами калининские суворовцы в ответ называли московских, питонами – нахимовцев, а карандашами – воспитанников Московской военно-музыкальной школы, то есть нас. Конечно, это все та же возрастная мальчишеская чепуха, двор на двор, наших бьют. Но это случалось среди суворовцев разных училищ. Во время парадной подготовки на Ходынке армейские суворовцы, будущие генералы и маршалы, пуляли в нас вареные яйца и огурцы, а в ответ получали рой барабанных палочек. Наверное, им было завидно, что своим барабанным боем и ритмом для 35 тысяч героев всех фронтов и родов войск мы первыми создали образ Парада Победы 24 июня 1945 года, следуя за маршалом Константином Рокоссовским. Теперь это стало неизменной воинской традицией. Парады на Красной площади открывают наши воспитанники. И в этом смысле нам есть чем гордиться. Мы первые на линии парада и огня. Так было всегда. На поле брани гарнисты и барабанщики не раз поднимали солдата в атаку. Конечно, мы, музыканты, погибали за родину в первых рядах еще со времен Куликовской битвы. И пусть не забывают эти гордые стратеги войны, суворовцы-генералы, что многие из нас вместо трубы или дирижерской палочки карандаша держали не один раз в руках меч с копьем или АКМ. Вот лишь совсем недавние имена. Леша Пономарев, Валера Савченко, Валера Халилов. Помянем их, братцы, с покоренных однажды небесных вершин. По ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Мы все суворовцы, кадеты прошлых столетий, нам передали свой главный завет. Рассеянный, но не расторгнутый. У нас в сердце одна Родина-Мать. И были мы в
краю далеком. Пускай не судит одна Бога нас кабинетной грамотей. Дневальный сон был снова прерван, но на этот раз громким стуком в дверь. Одетый в синюю униформу, с двумя тяжелыми сумками, крест-накрест, зимой и летом в шортах, почтальон Canada Post положил бандероль под дверь, еще раз пнул ее ногой, прилепил отрывной талончик доставки и быстро ретировался. Мирослав Васильевич поспешил к двери. Открыл. Глаза ослепило солнце. Особенный океанский воздух пробрался в ноздри и стал готовить тело к большому чиху. Апчхи! Уже полдень? Ни хрена себе, подумал он. Вот это я задневалил. Бандерольку из Ванкувера заказал себе сын Вася. В интернет-магазинах можно купить практически все необходимые товары. Современная молодежь живет в интернете. Мирослав по старинке любит потрогать, рассмотреть и даже понюхать товар в магазине, прежде чем его купить. На кухне первым делом заварил крутой кипяток. Щепотка иван-чая с мятой принесли другие ароматы. Какое же наслаждение различать запахи и вкусы. Многие заядлые курильщики не могут этим похвастаться. Да чем хвастаться? Привлекательные пачки сигарет обезображены теперь устрашающими наклейками типа «Рак стучится в твои легкие! Курение вредно для вашего здоровья!» В молодости Мирослав иногда красовался с дорогой трубкой и пускал кольцами вверх ароматизированный вишневый дым черного капитана. Captain Black. Скорее для запаха, отдавая дань моды. Понтярчик. После посасывания трубки начинала кружиться голова. Наступало токсичное опьянение, дым рассеивался, и наутро в его адвокатском офисе пахло все тем же вонючим табаком Беломорканала, который курил всю жизнь его отец Василий Иванович. Бросил эту дорогую гадость. Теперь в доме никто не курит. РГБ была права на 100%. В наполненную до краев кружку с дарственной надписью «Мирослав» он выдавил половинку маленького лимончика, по кадетской привычке намазал тонкий кубик сливочного масла на итальянское печенье и сверху капнул канадского кленового сиропа вместо яблочного повидла или вишневого джема. От 17 к 60. Время пролетело мгновенно. Когда мне было 17, я не задумывался о матери природе вокруг меня. Вдохновение и радость приносил город с его жужжалками и пыхтелками, туда-сюда снующие толпы народа, библиотеки, музеи, картинные галереи и театры. Родились дети, и я стал искать чистые озера и реки, красивые полянки в лесу и свежий морской бриз, свою землю Санникова. Дети выросли, и мне скоро 60. Я наслаждаюсь тишиной, долгими прогулками в парках и вдоль океана. Смотрю на солнышко сквозь растопыренные пальцы ладони для укрепления остроты зрения. Через интернет получаю все, что раньше, от 17 до 30. Наступил другой формат адекватности. Мудрость и опыт, медленное угасание жизненных сил и быстрое течение часов и лет. Один за другим уходят в мир иной родственники и близкие, и школьные друзья. Осознается каждый день. Хочется его прожить максимально наполненным ощущениями и новыми знаниями. Отдавать больше, чем брать. Я могу себе позволить наблюдать со своей вершины за суетой общества. У каждого из нас есть свой холмик или Эльбрус, Минги Тау. Мне достался Белый Рог, Вайтхорн. Перелистывая мемуары великих философов и писателей, понимаю, что человек не меняется в своих страстях и достоинстве сотни лет, а может быть даже и тысячи. В каждом возрасте есть свои изюминки. Только их не надо выковыривать вилкой. Я все чаще радуюсь мыслям, которые однажды услышал от учителей и запомнил. Своего отца Василия Ивановича Хлынина, флейтиста Александра Романовича Терехина,
Владимира Тимофеевича Ларичева, отца офицера, журналистов, Виктора Павловича Смородина и Александра Петровича Марковича, дирижера Юрия Ивановича Симонова, юристов Михаила Ивановича Кулагина и Михаила Николаевича Кузнецова, генерала Степана Сергеевича Лапина, изобретателя, академика Валентина Степановича Потрасенко и врача Ивана Павловича Неумывакина. Ну и, конечно, главных книжных учителей от Платона, Марка Аврелия, Оша, Гурджиева с Блаватской до Пушкина, Достоевского, Толстого, Бакунина, Кропоткина, Ульянова, Эриха, Марии Ремарка до многих, многих других энциклопедистов, ученых и философов. Думаете, я не читал Библию, Тору или Каббалу? Или «Тысячу и одну ночь»? А «Три мушкетера» и «Двадцать тысяч лье под водой» прошли мимо моего юношеского воображения? Да, конечно, книги – мои факультативные учителя на протяжении всей жизни. Но вот живое слово, переданное наставником из уст в уста, самое сильное и надолго запоминающаяся живая вибрация. Оно всплывает неожиданно в самый подходящий момент, будто ждало случая, чтобы открыться своей правдой. Оно бывает тяжело, как гора, и легко, как детский смех. Иногда может превратиться, как вода, в замечательную снежинку или стать крепким, как алмаз. Оно может быть начертано на пергаменте, а затем предано огню. Вначале было слово. Так начинается первая строка Евангелия от Иоанна, Новый Завет. И тут же человек изобретает огромное количество толкований на своих разных языках. Что же это было? Древний греческий «логос» по Платону или китайский «дао»? Или «разумение жизни» по Льву Николаевичу Толстому? В своей книге «Жизни» – перевод и соединение четырех Евангелий – он дает аж 11 определений «логосу». Внимание! Слово, речь, беседа, слух, красноречие, разум, как отличие человека от животного, рассуждение, мнение, учение. Причина, основание думать, счет, уважение, отношения. И все это Бог? Сегодня глобальный проектировщик активно участвует в создании цифрового иллюзорного мира, в который погружаются миллиарды людей, вместо того, чтобы создавать по образу и подобию свои собственные реальные миры вокруг себя и для себя, и жить в едином божественном вибрационном логосе. С каждым днем человечество затягивается в воронки социальных нейронных сетей. Они наполняются, и ловцы человеческих душ собирают урожай затраченного времени и энергии, черпают мегатоннами свои траулеры для последующей обработки на консервном заводе. Мы продолжаем жить в консервах определенных идеологий и религий. Это все не от Бога. Это все от лукавых фарисеев. План Соломона на марше, как минимум последнюю 1000 лет. Битва конца в самом разгаре. Не мудрствуя лукаво, без теологических дискуссий и псевдонаучных споров, вот так за большой кружкой чая вспоминаются чаще всего неумные прочитанные книги. А кто, что и как сказал тебе однажды, в порыве откровенной беседы, глядя прямо в глаза? Это навсегда оседает на твоем хард-драйве до того момента, пока его не выскребет из черепа патологоанатом криминалист в надежде определить, отчего же ты все-таки умер и какой у него вес, 1000 грамм или более, а может менее. Однако самый тяжелый мозг оказался не у гения Ленина. 2850 грамм обнаружили у индивида, страдавшего эпилепсией и идиотией. Видно, ужасные кошмары весят больше всего. Thank you.
музыкальные суворовцы после училища дружно переселялись на военно-дирижерский факультет. Сдать туда экзамен было легко. Семилетка в МША и последующие 5 лет роднили, цементировали на всю оставшуюся жизнь. Секретов-то не было. Редко больше 10 человек из каждого класса уходили в жизнь, не по профилю военно-оркестрового назначения. У армейских суворовцев было проще в деле решения своей дальнейшей судьбы. Они выбирали только рода войск. Главный выбор сделан был в самом начале. Они мечтали быть офицерами. Классическое музыкальное образование, более гражданское по сути и содержание, вступало в конфликт с военным будущим дирижера. Интеллектуальный диссонанс разрушил не одну музыкально талантливую личность, оказавшуюся в Энской военской части, где кроме большого и малого барабанщика были еще пару ржавых теноров и труба-сверхсрочников, никогда не просыхавших от медицинского спирта для игры на морозе. Оркестру был положен спирт, даже если он находился в самой горячей точке на кушке. Им смазывали горло вместо музыкальных инструментов. Начальник штаба полка или замполит регулярно захаживали к дирижеру за своей долей смазки, укрепляя суворовское братство. На дальних рубежах родины процветало пьянство. В столичных и крупных областных городах с набором квалифицированных музыкантов в ансамбле и образцовые оркестры тоже всегда были трудности. 80-е годы стали катастрофическими для оркестровой службы Советской армии в целом. В муках дедовщины и воровства рушилась Красная Орда. Трудно себе представить, но для большинства дирижеров выпускной и государственный экзамен в Большом зале консерватории с исполнением Шостаковича или Вагнера становился последним в самом начале карьеры. Впереди их ждали, как правило, бесконечные жмуры на кладбищах огромной страны и халтуры в городских парках по праздникам. Несостоявшиеся Николаи Головановы, Александры Гауки, Герберты фон Караяны часто спивались, едва дослужив до чина майора. Предел военной карьеры дирижера – генерал-майор оркестровой службы СССР. Уволенные по выслуге лет находили себя в различных заводских домах культуры, музыкальных школах и институтах. Еще реже удавалось руководить симфоническими оркестрами филармонии и театров. В большую классическую музыку попадали исключения из правил. Глядя в светлое будущее военного дирижера, Мирошка понимал, что рассчитывать на его величество случай или какую-нибудь военную протекцию было невозможно. Выбрав трудную дорогу в жизнь, надо было активно заниматься самообразованием, развивать не только музыкальный талант, но и другие способности. Для него наглядным примером стали старшеклассники Сергей Королев, Евгений Лемесов и Валера Савченко, овладевшие в совершенстве немецким языком под руководством школьной учительницы Жанны Ломач. Она подарила воспитанникам на всю жизнь литературный «Hochdeutsch» акцент и Иоганна Вольфганга фон Гёте. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist dem Vater mit seinem Kind. O er, to Sohn. И так далее, и так далее, и так далее. Эти ребята выбирали МГУ, МГИМО, УДН, ВИАС, Бауманский, ГИТИС, Суриковский, Консу и Гнесинку. Университеты и институты выбирали ребят. Требовались другие усилия. Отойти от большинства очень трудно, а вдруг не получится? Получилось. Дипломаты, журналисты, ученые, переводчики с редких восточных языков, разведчики, юристы, художники, актеры и кинорежиссеры, иереи, священники, летчики, инженеры. Это все они, воспитанники МВМШ, дезертиры из военно-оркестровой службы. Службы не часто про них вспоминают, когда пишут юбилейные или хвалебные речи и брошюры. Без обид. Система дробится и не видит целого, у нее нет души. Но живые люди главнее любой системы. Работая с архивами над книгой своего рода, Мирошка обратил внимание на повторяющуюся закономерность упоминаний фамилии на протяжении столетий рядом со своей. Будто все воспитанники школы не расстаются по жизни в битвах,
походах, получении наград за подвиги и в списках погибших. Они живут и умирают столетиями вместе. Как такое может быть? Чем это объяснить? Мы рассеяны в круговороте эпох и общественной деятельности, но не расторгнуты. Мы все, как единая ипостась ума и души, делаем разную работу друг за друга и с радостью или горечью наблюдаем ее результаты. Человеческая память со временем забывает имена и даты, поэтому Мирослав попытался для себя записать некоторые имена. Саша Шумилин, Ваня Скурту, Коля Паникаров, Сергей Астафуров, Владимир Юматов, Сергей Маслов, Гоша Коротков, Юра Гришин, Валера Савченко, Женя Лемесов, Женя Парфенов, Андрей Першин, Саша Алиференко, Олег Анохин, Ваня Талыбин, Игорь Мерный, Витя Бушуев, Аркаша Шелклопер, Женя Лымарь, Сергей Королев, Костя Тришин, Вася Виноградов, Миша Гриценко, Володя Просин, Валера Камбаров, Гена Грибков, Витя Росовский, Паша Оскомов, Володя Куклин, Саша Крепанов, Коля Стоцкий, Володя Слабчук, Саша Поплавский, Юр Рудометкин, Сергей Политиков, Толя Тарасенко, Глеб и Борис Май, Олег Радзевский, Андрей Лубинец, Шамиль Хазиев, Миша Лунин, Володя Коротов, Саша Должиков, Алексей Бойко, Леша Кузема, Саша Гусев, Аркаша Кириченко, Игорь Лисько, Зеня Володский, Слава Левадный, Сергей Елисеев, Сергей Шеин, Игорь Игнатов, Валера Маслов, Илья Цимерман, Игорь Подольский, Володя Гумбин, Сергей Велиский. Есть и другие имена. Добавьте их сами. В октябре мух становится гораздо меньше. Но одна, толстая, перламутрово-зеленая, невесть откуда залетевшая в дом, назойливо пытается поучаствовать в трапезе. Она кружится над надкушенным печеньем с маслом. Мирослав откусил маленький кусочек и положил на край стола к ее неописуемой радости. Своими лапками муха погрузилась в масло и кленовый сироп. Прилипла и затихло. Ну что с ней делать? Шлепнуть газетой не колонист? Муха впала в сладкую нирвану. У нее жизнь удалась. Это вам не вшивый бегемот. Муха-цокотуха! Васильич взял печенье с мухой и выкинул через дверь на улицу. Она испуганно шлепнулась на рыжую осеннюю листву, заголив свое позолоченное брюхо. Все. Надо приготовить обед сыновьям. Баба Грань-то осталась в детских снах. Поэтому кашеварить, мыть посуду и все остальное делать привычно самому. Опять я вечный дневальный, произнес Мирослав. Картофилус. Школы на окраину Москвы в поселок Мосрентген заброшенное древнее поместье подверглось вандализму, и к 1990 году многие деревянные здания были сожжены. Смена альма-матер на ордынский теплый стан разрывала сердца воспитанников. Древняя связь времен, почвы и места была насильно приостановлена. Новое училище переселили на земли ордынских послов в вотчину вора, изменника, крестопреступника Федьки Шокловитова и Дарьи Николаевны Салтыковой. Салтычиха загубила на этом месте 139 девушек. Сменивший полковника Волкова в 75 году карьерист Владимир Иванович Детистов надеялся стать генерал-майором, как и все начальники Московского Суворовского военно-училища в Филях. Но не вышло. Из Троицы Лыково, село Троицкое, в проклятое место переселили 220 мальчиков.
Что он получил по карме за этот неравноценный обмен от всех бывших птенцов Серебряного Бора? У нас до сих пор сохранилась традиция собираться на пятаке у реки в последний майский день, чтобы вспомнить былые дни и помянуть ушедших в мир иной. Как правило, это мероприятие попадает на дату 30 мая, на день рождения Мирошки, который, несмотря на свое отсутствие на общем сборе, всегда поднимает праздничную чарку за своих братьев. Рассеяны, но не расторгнуты. В минуты музыки печальной я представляю желтый плес и голос женщины прощальный и шум вдали порывистых берез и первый снег под небом серым, среди погаснувших полей, и путь без солнца, и путь без веры моих, гонимых снегом журавлей. Но вернешься снова к очагу родному, я тебя узнаю в журавлиной стае. Давно душа стала в былой любви, в былом хмелю, давно понять пора настала, что я былого призраки люблю. Но вернешься снова, thank you.
В усадьбе Троицы Лыковой теперь хозяйничает главнокомандующий религиозными силами страны Владимир Михайлович Гундяев по прозвищу Кирилл. Все отреставрированные храмы используются по религиозному назначению. Вместо шпалы звучат настоящие колокола. И только беспокойные души воспитанников Московской военно-музыкальной школы снова и снова возвращаются на родину в Серебряный Бор, чтобы сыграть утреннюю и вечернюю зорю на построении для потешного полка у первого барабанщика Пети Захарина Романова. По общему согласию кадет дирижирует оркестром, забравшись на дубовый пень, маленький крепыш Валера Халилов. А в это время недалеко от плаца уже почти революционер Вова Ульянов, Ленин, нервно курит самокрутки своей статьи воинствующего материализма за углом хиблаборатории Розы Бушковой, чтобы не целоваться с Надей Крупской. Надя безмолвно стоит на коленях перед храмом Успения Пресвятой Богородицы. В стороне от всех, на высоком берегу Москва-реки, на пятаке, в хромовых сапогах до колен, 15-летний Сосо Джугашвили загадочно улыбался своим желтым оспенным лицом. Он вытряхнул моль из сильно поношенного защитного цвета английского френча, затем, бросив на землю рухлядь с чужого плеча, мальчик вытащил из голенища флейта Саламури и заиграл Сурику. Моль, подхваченную музыкой и порывом ветра, понесло по направлению к Московскому Кремлю. За Спасской башней поселилась моль. Четыре всадника апокалипсиса заняли места в седле. Первым мчится на красном драконе чума. Сея хаос и разрушение среди любителей геополитических шахмат. Логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений. Россия вступила в мессианскую битву конца и в страдании готовится к новому облику, к Третьей Орде. Мы снова и снова шагаем в бесконечность времени в спирали развития мироздания. Мы, дневальные, охраняем знамя. Какого оно будет цвета, зависит от нас. Диминуэндо и 58 тактов паузы. Три раза. Ура! Стоим мы на посту, повзводно и порота, бессмертный, как огонь, спокойный, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе болеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Учили нам отцы всесильное оружие, мы родине своей присягу принесли. И в жизни нам дана единственная служба — от смерти заслонить грядущие земли. Не зря в судьбе болеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. И надо нам.
зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна.